54,90, самая дешевая. 54,90, самая вот дешевая. 54,90. 90. И самая дорогая, наверное, это что-то вот 359,90. 359,90. В минувшие выходные в Новом Уренгое прошел очередной рейд. В этот раз миссию по мониторингу цен в местных магазинах выполняли единороссы. Под прицелом оказалась «Оптима» в микрорайоне «Дружба». Прокладки, порошок, туалетная бумага, мыло, зубная паста, щетки и подгузники. Проверяли все по стандартному списку товаров первой необходимости. В том числе и защитные средства. Ведь масочный режим на Ямале пока никто не отменял. Набор масок сколько штук? 5 штук, да? 19,90. Да, почти. Значит, 19,90 набор 5 штук. И дорогой набор. 264,90. Но здесь по-моему. 50. Да? 264,90 это 50 штук. Сейчас посмотрим. Ну, наверное, 10 штук, да? 12 штук написано. 12 штук. Размер 4. Так, и здесь у нас получается. Сколько? 200. Так, 299,90. А самые дорогие получаются? Ну, я думаю, вот это, скорее всего. На протяжении последнего месяца администрация в усиленном режиме держит на контроле ситуацию с ценами во всех магазинах города. Проверяют сетевиков и частников, продуктовые и хозяйственные магазины. Сегодня мы провели рейд по мониторингу цен магазина «Оптима». Также пообщались с продавцами магазина. Цена у них на сегодня не изменилась, как мы видим. Единственное, на днях была у них новая поставка товара. Некоторые позиции выросли в цене на 10 рублей. Цены они сами не устанавливают. Цены приходят уже с головного офиса из города Екатеринбурга вместе с товарами в коробках. По оценке активистов, следить за ценовым порядком в Новом Уренгое будут еще долго. Мы тоже будем продолжать следить за развитием цен и наличием товаров в магазинах. Мониторинг провели Вероника Самошкина, Евгений Шевченко, телерадиокомпания «Сигма» для Нур-24.